Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители моего канала, меня зовут Валда, и мы продолжаем прохождение Batman Telltale серии. С Наштрутера 4 серия, у нас по-прежнему идет первый эпизод, и, собственно, мы подобрались к апогею, мать его, мы расшифровали данные. Давайте посмотрим, что раскрывается на этом жестком диске за, собственно, паролем. Что ж, снова в бой. Похоже, что скорлупа наконец-то треснула. И внутри прятался мэр Хилл. Больше, чем я могу себе представить. Это полная схема преступной организации Кармайна Фальконе. Что же Хилл собирался делать со всем этим? Незаконная торговля оружием, ввоз наркотиков, убийство, отмывание денег. Фалькон имел отношение ко всему. И это продолжалось годами. Ты видел имя папы в каких-то из этих документах? Я запущу поиск, но пока нет. Вот он, Альфред. Этим доказательством мы наконец сможем уничтожить организацию Фальконе. Откуда нам стоит начать ее разрушение? Это дело полиции. Есть только один полицейский, которому мы можем отдать эту улику. Лейтенант Гордон. Он может мобилизировать всю полицию против Фальконе. А как насчет этой журналистки из газет? Вики. Да, мисс Вейл. Она сможет передать эту информацию по нужным каналам. Полагаю, все зависит от того, кому вы хотите помочь больше. Итак, кто, по-вашему, сделает больше хорошего? Здесь это у нас самый сложный выбор, пожалуй, да? Это Вики Вейл, либо же, соответственно, Джеймс Гордон. Вы знаете, Вики Вейл, конечно, очень милая, обаятельная девушка, и, в принципе, я верю в то, что если отдать диск ей, она с ним реально поступит правильно и сделает все хорошее, но Джеймс, мать твою, Гордон, это же просто самый лучший в мире полицейский. Вы посмотрите только на его лицо. Это лицо честного, добропорядочного копа, который никогда не брал взятки, который никогда не закрывал глаза на преступления и всегда действовал только по совести и только по закону. Поэтому я выберу его. Прости, Вики. Полиция стоит на передовой в этой войне. Гордону это нужно больше, чем кому-либо. Мудрое решение, сэр. Мы наладим нападение на Фальконе с двух сторон. Гордон по нужным каналам. И Бэтмен... Все пути кажутся необходимыми. Что бы ни планировал Фальконе, это закончится сегодня ночью. Он паук, Брюс. Глаза повсюду. Плотная сеть головорезов, готовая поймать вас в ловушку. Никому вообще еще не давалось уничтожить его. Я еще не пытался. Это серебряная пуля. И она положит конец Фальконе раз и навсегда. Я даже не хочу знать, откуда это у тебя. Нет, не хочешь. И все же, я бы хотел знать одну вещь. Почему ты даешь это мне? Не пойми меня неправильно, я чертовски это ценю. Как ценят и абсолютно все в полиции. Мы годами искали подобное средство. Я слышал, что ты последний честный человек в полиции. Не нужно пускать пыль в глаза. На меня уже и так надвигается много дерьма. Но спасибо тебе. Правда. Зная, что чертово доказательство мог посадить Фальконе, я буду спать, как чертов младенец. В кои-то веки. Вы знаете, как я ценю, что вы совершили звонок, и я здесь, я должен сделать одну вещь. Меня нельзя купить. Ты должен знать, что это ничего не меняет в отношении расследования дела твоей семьи. Уэйны всегда поддерживали полицию Готэма. И мне хочется верить, что в твоем шкафу не спрятано плащей и кинжалов. Пока мы ничего не нашли, нам придется играть плохого копа. Проблема не в расследовании. На кону доброе имя семьи Уэйн. Помоги мне восстановить его. Если твоя семья чиста, я буду петь ее имя с крыш. А если нет, я все равно буду петь. Ты должен понимать, я привязан к этому значку.
Мне пора идти. Я пришел прямо с места преступления и еще не был дома. Иногда мне кажется, что весь этот город — одно большое место преступления. И мы просто ходим по нему. То, что ты держишь, делает нашу прогулку гораздо безопаснее. Спасибо, Брюс. Что ж, лейтенант? Эй, зови меня Джим. Дело сделано. Хорошо. Как и наша охота. Дрон обнаружили Фалькона в центре города, вместе по названием «Клуб Skyline». Полагаю, вы не одеты для такого рода приема. Что ж, я могу переодеться в машине. Офигеть. Вот это нормальный вариант. Вот это я понимаю. Клуб Skyline, 21 час 19 минут. Камеры дрона и аппаратура сканирования функционируют на полную мощность. Хорошо. Давай найдем Фальконе. Балкон. Удобный вход. Расскажите еще чего-нибудь. В чем разница между преступной группировкой и городским советом? Я не знаю, разве есть разница? Только преступная группировка бывает организованной. Ты классный. Так, ты как, свободна? Считаю, что теперь уже нет. А Ники где? В обезьяннике. Опять? Мать моя женщина, Кимми, на что его на этот раз схватили? Да за ту заварушку в доках. Это Никита? Он же вроде не по этой части. Ну вот и я так думала. Алиби у него есть? Милая моя, я его алиби, как всегда. Любопытно. Так ты как, все так же не при делах? Ого, главное, кости целые. Мне бойся шестого раза не все равно залезал. На это хватило пару сотенок бумажек. Как два пальца об асфальт. Хрена два-то там было, как два пальца об асфальт. А тебя зверь строит порохом, весь город чует. Да, в общем, реально собрались, короче, прям сливки общества, я смотрю, а? Ну, в кавычках, на самом деле. Потому что все они практически все преступники. Изображение розы. Белая роза. Символ Фалькона. Отныне она покраснеет. Здесь ничего нет. Самая охраняемая дверь в всем здании. Похоже, вот оно, логово Фалькона. Здесь мало будет просто постучаться. Четверо вооруженных охранников. Скрытность не поможет. Я оставлю план атаки. Будь наготове. Так, четверо вооруженных охранников. Проверяем. Я вижу пару вариантов, как можно положить этого парня. Чтобы спланировать нападение, свертись бандита с окружающими предметами. То есть, короче, можно, получается... А предмет искусства вырубить, а можно на него сверху лампу висящую уронить. Я бы лампу уронил. Ну да, идеально. Так, ладушки. А можно теперь связь отменить еще, да? А, да, смотри, можно отменить, даже посмотреть другие варианты. Но я оставлю так. Далее, переходим к следующему гангстеру. Ты родной гангстер. Второй головорез. Значит, его просто можно головой об колонну предложить и не заморачиваться совершенно никак. Ну да, так и сделаю.
тому же, по-моему, это единственный вариант. Напрыгнуть сзади, схватить за голову и затылком об колонну. Просто идеально. Вырубает намертво на несколько часов. Так, это третий. А где четвертый-то? Я четвертого не видел, честно говоря. Но этого просто за борт, нет? Или кверху подвесить? Место над балконом. Или же за борт. Перила. Ну просто за борт, он уже, наверное, умрет, поэтому давайте лучше над балконом повесим, что ли, его. А то Бэтмен уже никого не убивает, Бэтмен уже хороший. Хотя, я, честно говоря, вот это вот не очень похоже на то, что Бэтмен хороший. Ладно, короче, будь что будет. Если придется убить, значит убьем. Что ж поделать. Так, а где же еще один гангстер? По-моему, наверху стоял около этого окна, да? Нет, смотри. А, вот там внутри он. Вот он. Или там. Нет, это уже не считается, это уже не то. Хорошо, этот есть. Вот там. Вон он сидит точно. С телочкой болтает. Тут, может, кажется, не так просто. Есть идеи? Но у меня все схвачено, Эл. Так, четвертый головорез. А, тебя можно... А, что это такое? Ширма? Описание ширмы. Либо же стол. Ну, мне просто... Ну, стол, понятно, башкой об стол приложить. Ну, а ширму-то как? Давайте про ширму тогда посмотрим, как это будет выглядеть. Может, больно любопытно. Ну-ка. Прыгаем на него сверху. А, и броском кидаем его в ширму. Брюс. Вы составили план нападения? Ал, я вхожу. Очень хорошо, сэр. Ваша очередь ломиться к нему без приглашения. Ох ты, мать твою, а? Пошло не по плану, а? Люстра его не убила. Ну ладно, так тоже неплохо. Сохраните спокойствие, никто не умрет. Я бы сказал так. И добивание. Бум. Бум. А это ты зря, родной. Это ты реально зря. Отлично. О, какой здоровый, а, смотри-ка. Долбаный клоун. Молодец. Покажись. Тебе вообще тут нечего делать. Какого черта? Боже! А как тебе вот это? Хера себе. От меня не спрячешься. Электромагнитный импульс снаряжен. Думаешь, что сработает? Я тут что попало к чертям собачьим. Разнесу. Оно убрало от меня лапы от моего костюма. Ты знаешь, кто мои адвокаты? Я уважаемый бизнесмен. Со мной нельзя так обращаться. Гори в аду, ублюдок. Лежи, Фальконе. Мы можем закончить все прямо сейчас. Тебе еще многому научиться, малыш. Охереть. Это, конечно, было неожиданно. Разрывной снаряжен. Стреляйте по готовности.
Ну что? И кто теперь, сука, сука? Избавь себя от боли, старик. Мне и такое приходилось терпеть. Все, все, я буду говорить. Химикаты, где они? Что? Я нашел в доках твою визитку. Белая роза. Ты думаешь, хотел привести тебя сюда? Чем-то вся эта история пованивает. На самом деле, вы знаете, меня с самого начала, когда Бэтмен еще вот сидел в том кафе и говорит, это Фальконе, это все он. Меня тогда уже терзали смутные сомнения, потому что, во-первых, зачем тогда показали этого Оза в самом начале эпизода, да? Нафига тогда эта встреча нужна? Мне кажется, за всем этим стоит Оз, ну или кто угодно, но не Фальконе. Фальконе лишь откликающий маневр на самом деле, вот и все. То есть его просто так же, как и меня, подставили, так же, как слили инфу, якобы инфу, да, про родителей Бэтмена, собственно, что они были замешаны с Фальконе в мафиозных схемах. Также, собственно, и Фальконе подставили просто для того, чтобы Бэтмен пошел и выместил всю злость на нем, тем самым отвлекаясь в тот момент от, собственно, главного злодея, который всю эту херню с химикатами затевает. Мне кажется, что-то такое, ну, пока что складывается впечатление, по крайней мере. Ну, давайте смотреть дальше, что будет. Причем не дохлой летучей мышью. Хочешь еще поиграть? Нам у вас всех ввели вокруг пальцев, включая тебя. Ну хорошо, значит те химикаты, с которых ты так убедился, они мои, признаю. Но кто-то пытался вырыть меня из этого бизнеса, потому что заварушка в доках не моих рук дело. Тогда чьих? Не, хватит. Нас видит весь Готэм. Давай, устрой зевакам шоу. Завтрашнему утру я буду на свободе. Жестоко убить. Избить, точнее, либо выкинуть, арестовать. Да арестую я его. Оу, перестань, господи боже. Боже всемогущий. Выкладывай, Фальконе, пока я не закончил. Это... Уэйны. Они стоят за этим всем. Что ты имеешь в виду? Ты хочешь спасти этот город? Ну так вот, Уэйны — главные гангстеры Готэма. Да ладно. Да ну нахер, я не верю в происходящее. Неужели? Спасибо за помощь. А теперь нам осталось сделать только с одним из вас. Открыть огонь. Однако... Огонь и дым окутал верхние этажи зданий. Сегодня ночью Skyline Club подвергся суровому и жестокому нападению, целью которой был Фальконе. Falcone has slipped through the law's grasp for years, but after this dramatic arrest and evidence released by the GCPD's Lieutenant Gordon, Falcone's going away for a long, long time. And speaking of new... Блин, очень сложно переводить нас, где мать его субтитры? Ну, в общем, он что-то говорит про то, что, типа, благодаря Джеймсу Гордону, лейтенанту полиции Фальконе, раньше всегда выпытывался, короче, из тюряшки, типа, да, но благодаря Гордону на этот раз он проведет в ней много-много времени, а дальше вот начал говорить про родителей Брюса Уэйна, то есть Бэтмена. Здесь уже интереснее становится. Также стало известно, что родители Брюса Уэйна, типа, являются криминальными авторитетами, гангстерами. Поколениями большая буква W на вашей Wayne Enterprise была знаком надежды. Мы знали, что кому-то наверху было не все равно. Что этот город, несмотря на все его неудачи, был построен хорошими людьми.
with Thomas and Martha's shining reputation called into question. Но сегодня пытаться Томаса и Марты сильно пострадала. And even worse, it seems the apple hasn't fallen far from the tree. Какова же будет теперь их единственному наследнику, сыну Брюсу Уэйну? Ведь он тоже жал руку Кармайну Фальконе. Семья Уэйнов всегда была краеугольным камнем Уотема. У нас никогда не было и никогда не будет связи с организованной преступностью. Но так называемого героя Бэтмена только время покажет. Тем временем мы продолжаем раскапывать правду с явным предчувствием, что золотое время Уэйнов в Готэме подошло к концу. Костюм, плащ, вся эта пещера. Мастер Брюс, все, что я построил. Я создал все это потому, что не хотел, чтобы погибали другие невинные. Если Фальконе говорит правду о моих родителях, тогда зачем, черт возьми, мы все это делали? Брюс, я... Что ты скрывал от меня? Альфред! Однако... Эпизод 1. Царство теней. Да, и вправду царство теней, на самом деле, какое-то получается, да? Какая же темная семейка оказалась, семья Брюса Уэйна и его родители. Неужели они вправду были замешаны в мафиозных схемах с Фальконе? Об этом мы узнаем уже только из следующей серии, а может даже не из следующей, а через несколько серий. Возможно, нам все-таки откроется эта тайна, возможно, Альфред все-таки скажет, что же он скрывал от Бэтмена. Ну что ж, давайте посмотрим наши решения. Вы поддержали Харви в споре с Фальконе. Это сделали меньшинство, кстати. Далее. Вы дали Вики интервью. Это да, это так же, как и большинство я поступил. Вы сломали руку стрелку в доках. В смысле? Я же не ломал. Твою мать, я все-таки сломал ему руку? Вот дерьмо. Я на самом деле не ожидал этого. Ладно, извините. Кому данные вы отдали диск? Мы отдали диск... Собственно, детективу, да, так же, как и сделали большинство тоже. Вики мало кто дает. Когда Бэтмен, в конце концов, поступил с Фальконе. А, ну как он поступил? Просто его задержал, короче, не избил жестоко. Не стал сбивать. Ну что ж, в принципе, мы поступали как большинство, кроме как в первом случае, да. Там мы не взяли Харви на приватную беседу, хотя могли бы и взять. Ладно. Надеюсь, друзья, что вам понравилось. Ну что ж, следующий эпизод начнем проходить уже в следующей серии, потому что начинать его сейчас. Ваши покойные родители поручили мне заботу о своих владениях, своем сыне и своих тайнах. Я ни за что не предам их. Ваши родители были хорошими людьми, Брюс. Что бы вам ни говорил этот бандит Фальконе, тогда поклянись мне, что в этом нет ни капли правды. Твои улики против Фальконе оказались вполне вескими, возможно, я тебя недооценивал. Теперь у нас Бэтмен еще избивает гангстеров. Интересно, кто следующий? Великолепный вид. Брюс, имя Уэйн теперь как яд, и я вынужден делать то, что нужно для моей компании, для Готэма. Мне придется дистанционироваться. И я узнаю правду. Город и все, кто встанет в моем пути. Ну что ж, друзья, это было круто, по-моему. Реально круто. Надеюсь, что вам понравилось. Следующий эпизод пройдем в следующей серии. Спасибо вам большое за просмотр. Надеюсь, что вам понравилось. Оставайтесь на канале, подписывайтесь на него, ставьте лайки, не забывайте про комментарии. А для вас играл и комментировал Валда. Это была игра Batman Telltale серия Sniping Type. До новых встреч. Пока-пока.